Как много в жизни человеку надо. Он мечется порой от тоски. А нам, голодным детям Ленинграда, нам снились хлеба теплого куски, пахучего, с растрескавшейся коркой, хрустящего, как в сказке под ножом. Его во сне рассматривали зорко и вспоминали с завистью потом. Было время, когда уже готовились к уличным боям. Настолько тяжелая была обстановка на фронте. И нам к квартиру подошли двое военных и предложили нам переселиться из нашей угловой комнаты на первом этаже в кухню. А в комнате была сделана огневая точка. И то, что мы оказались на кухне, наверное, это сыграло неплохую роль в том плане, что мы были вместе с остальными соседями по нашей коммунальной квартире. У нас была буржуйка, которую мы топили совместными усилиями, а жгли все, что горело. Мы жгли и книги, и мебель, и даже паркет. У меня осталось в памяти только, что мы ели студень из клея. Помню свои 125 грамм хлеба. У меня была голубенькая салфеточка, в которой этот хлебушек лежал. Когда этот хлеб ешь, он потом разбухает и создается впечатление сытости. Ну, какое оно сытости? Но это было очень короткое время. Это был конец года, пока не замерзла Ладога и пока не пошло продовольствие из большой земли. А как только открылась дорога жизни, там, конечно, уже было полегче. В ясную погоду, когда вода на Ладоге без ряби, когда совершенный штиль с вертолета, можно видеть машины, лежащие на дне озера. Ну, есть места, где не так уже глубоко. Говорить о том, сколько народу погибло, нельзя, потому что вот эти неучтенные, конечно, люди, которые ушли под лед. Отсюда они уехали, а на конечный пункт в Кабону, куда дорога приходила на большую землю, они не доехали. Десятилетняя Оля победу встретила далеко от Ленинграда. Мама работала в научно-исследовательском институте. Вместе с другими работниками их эвакуировали на полярную станцию. Летчик Водопьянов, который снимал со льдины Папанина, нас, детей, которые были на полярной станции, подняли на самолете, и круг над портом Тикси мы совершили. Это, конечно, событие незабываемое. Молодежи я хочу пожелать вот что. Чтобы наши дети помнили, какой ценой завоевано счастье. Это Роберт Рождественский пишет. Люди, пока сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните.